Стамин, дайте. Чего не хватает? Может, немного усилков хп не хватает? Кого? Усилков хп. В интеллект. Запуск. И в соло сервер первая игра. Отходите, ребята, отходите. Си, сен, ар, и... Вторая фаза. Ну, не забудь метку отнести. Че, муж Геру? Ну, подожди, сейчас посмотрим. Все равно, если ему вылезет, бить его. Давай, Геру. Гери, не стой там после травмы. Шерлок, не надо с лужей бегать. Если ты стоишь, то ты стоишь. Если ты бежишь, ты бежишь. Они постоял рядом, сделал две лужи друг на друга и зашел в них обе. Идет медведь по лесу, видит, машина горит. Шустрее, отказываемся. О, блядь, я еще вот эту хуйню. Ооо. Ладно. Трэш не запускать.
Спрашиваю еще раз, ВЖД голова кому-нибудь нужна? А ты до этого спрашивал? Да. Не слышно было. Нет. Ну, мне максимум на офф, если никому не надо. Рецепт нужен? Не на 12, просто. Че, Паша решит, что и будет. Не хочу. Не горит. То есть двух сролил. 51, 2. Ну, почти. Фига себе, физери, ты бежишь. Что это такое? Да, Пашку, можно. А там перед этим рецепт забрал? Третий лук? Понятия не имею. Вот там ювелирный был какой-то. А что отваляется нам? Возможно. Это жестко. Я бью быстро. Это за вайп, ну, который перед этим был. За срывание. Что там, кто там ряд сролил? У меня роллер стоит на другую. Гири, Гири. Гири обмен. Блять, опять фигит. Так, раз танк, два танк. Сейчас, ладно, разрулю, потом перекину. Я не руль пока. Опять вы. Че не рулит? За... Не руль пока, это ППРШ-шный пояс. Почему? Опять выкинул это говно, не могу ролить. Горелку, чтобы трэш запустить, мне надо еще танков докинуть. Значит, ну либо перекинь себя. Как-то с чиги. Понятно, на мейнспек из этого списка кому-то надо. Или на опцию ГП. Вопрос к Файлинг Стару и Шерлоку. Шерлок полутал себе два куска в Т6. Ну, я знаю, может быть, он хочет ноутфлек за половину тоже забрать. Файлинг Стар хочет, да. Файлинг Стара я вижу, что хочет. Я читать умею, спасибо. Окей, обмен. Линкстар обмен. Стою сзади быстрее. Что-то меня хуйню какой-то показывает.
Энхик выиграл. Ну, значит, там, блин. Настя меня, видимо, не услышала, да? Ты сказал с Чиги поменять. Чиги тоже в шестой пати. Закинь себя и Чиги в рейд как-нибудь, я сказал. Значит, не расслышал. А я написала следом, что ты можешь сам закинуть. Я не знаю, кто там сейчас хочет отойти. Хорошо, спасибо, сам сделаю. Вот это нам точно, по-моему, пора уже закидывать допки в рейд. Транс. Тоже транс. Ну. Значит, простя. Переобмен. Там Кека на оф, нет? Разве ролил? А, поролась, извиняюсь, молчу. Так. Рест раз. Даже, наверное, не Чиги. Буренка два. А себя я после трэша закину тогда. Вот, два, три, четыре танка есть, все. Я улетел. Вар шестой пати. Обожаю вас. Не заметил. Принимай сумму. Все, что не находится с первой пятой пати, ты пишешься в Доларан сразу. Пойти по ДК штуку потом.
На ультраш. Кирилл, где пиво проебался? Он же должен был прийти на хеджал. Не знаю. Шрит, стопите. Бухает. Пельмени. Поизыркайся. Я взагалі мабуть на голову падати, осторожно. Слишком далеко.
Да. Как офигенно, 9 кадров в секунду. Проседает. Трэш добить сначала. Соберите голема с рейдом. Другой голем, это который от предыдущего босса там, там падает. Потеряшка? Ну, не то, что предыдущего босса, а уже после того, как остается портал, там же падает еще. Я вряд ли коспекнусь. И он нагрится. Батя, Кир, подумай на досуге по второму статику, у кого есть смысл. ПРШ и ВЖД. Шапаша, ВЖД, да. Ой, ВЖД. Не ВЖД, это вот как... Ну, ДКшный, короче. А можно я на дестрику заберу второй? Ну, вы же за ГП не хотите собирать дестрики? Можно. За ГП не хочу. Я за ГП пока что жду другие шмоточки. А так, вот пусть я придет, например, в рейд, нужен же будет второй дамагер, а не второй девы. А тут хоп, и я такая своего дестрика. А мы пусть дестрика спектрим. А зачем пульнули? Нет, пусть дестрика нету. А там кто-то первый вскочил и начал лоть. Это апокалипсис, вопрос. Получается, нас той севера сейчас доберет эту тринку. Настя, ассист по мне кинь. Интересно было бы, если был челлендж, ну, типа, этот... Дайте Джикса, пожалуйста. Надо было пройти Хиджал за определенное время, иначе архимонстр Дрессила высунет всю энергию. Нужен именно Джикс, не мамонт. Окей, сейчас. Есть. Спасибо. Знаю. Так. Что там с кем там? Может, наверное, с Шерлоком, я думаю. С кем ты себя перекинула, Настя? Я ж попросил. Микрословушка. Кинули. Что получается без чинки? Точнее, без вара. Вообще, в принципе. Без рефлекта. Дайте ауру огня, пожалуйста. Да. Да, мама, на первую эту.
Ближе подходим. Дальше на пол. Реалиста нет с нами. Реалиста нет с нами. Надо? Ну, где реалист? Вопрос. Теперь по ПК там или чем? Ну, я оба чего могу сказать. На английском там что-то написал. Да лежит. Босс, от босса. Wednesday. Ну, я тоже не все прочитал, что он написал, но... Толкнули. Хороший МК. Че по сбитию костов, блять? Станов нет? Хорошо, стоим под жопу, босс. Нет, ты, блять. Ну, блять, по жрицам фокус сыграли быстрее. Надо вести. Фаза уже наступила. Держу курс. Он, блядь, трэш полчаса убивается. Ой-ой-ой, прощайся. Боже. Почему сзади, в принципе, босса, блядь, находится на РДД? У вас ноги сломаны или что? И все, третье. Под лицо босс. Ну, блин, максимально криво. Что, умрет тут лох? Везло, блядь. Нормально станете, чтобы там можно было нормально закрывать. Лицо босса станьте, чтобы не было... Мешает танку развернуть. Не нужно лицо ставить, можно просто сзади стоять, все. Одним кемпом. Я веду, что и в танка может кинуться, который танчит. После следующего гейзера перебежка Кира. Это был следующий или который да. Будет? Гера. Цепаш. Лут соответствующий. Уже неплохо потренчу. Выжидаешь мод, кстати, второе, когда уже миф. Просто не с одного босса. Следующего как начнет падать. ВЖД запястье уже 5 КД нет. Понятно,
Так. Давай. Там же Энха по второй кусок. Ну да. Если